Раз лет 5 ми були здесь. Останнім болючим тут йти ще около 5 років тому? Я так думаю. Так мислим? Где-то 6 лет тому назад мы с Войтником, пастором вашим, ехали по всей Польше. Здесь около 6 лет тому были. Где-то 6 лет. Пастором Войтким ездили мы по целой Польше. Тоже в ресторанах свидетельствовали о делах Божьих. И в ресторациях мы свидетельствовали о Божьих делах. И много прекрасных вещей происходило. И много чудесных вещей сидело. И некоторые из вас тоже участвовали в этом. Некоторые из вас тоже брали в этом удел. И я хочу чуть-чуть о Литве поделиться. И хочу трохи поговорить о Литве, поделиться. Мы имеем каждые две недели передачи в радио. Co dva týdny my máme audici v rádiu. Čas. Jednou. Máme audici v rádiu. Jednou hodinu. I tam náš sekretář dělil se statistikou. I tam náš sekretář dělil se statistikou. Co 6 měsíců poslední. Že ostatních 6 měsíců. Через одного только нашего города Камаса. Только через одного? Города нашего, города Камаса. Только через одно наше место Камус. За 6 месяцев было 2500 прихожан на этих банкетах. На этих банкетах было через 6 месяцев 2500 гостей, которые приходили там. Да. И слухали. 580 людей молились молитвой покаяния. І десь около 580 людей молилися молитвом покути. Також наші браття Гінтас, інші там їздять по тюрмам. Наші браття Гінтас і інші їздять до в'язень. Вони ж теж бувші преступники. Бувші преступники. Наші місіонери в тюрмах. Наші місіонери були бувшими в'язнями. Варами, бандитами, наркоманами. Злодіями, бандитами, наркоманами. І через них зараз в кожній тюрмі в Литві. І через них в кожному в'язненні на Литві. Збираються мужчини теж. Спотикаємося мужчини. Так, і протестанти, католики. Протестанти і католіці. Місце збираються. Разом спотикаємося. І там Бог робить теж свої діла. И там также Бог чинит свое дело. Также в армии мы имеем свои места. Также в войску мамы свои. В школах. Свою службу в школах. Также президент приглашал нас встречу. Также президент запрашивал нас на споткание. Да. И наши ребята молятся каждое утро. И наши хлопцы молятся каждого рано, каждодневно рано. Чтобы Бог всю страну отдал бы нам. Чтобы Бог целый край нам отдал. Привести к трону Иисуса. Чтобы припроводить его до трону Иисуса. И чтобы церкви тоже были одно целое. И также, чтобы костелы были одной целостью. Есть формы разные. Są różne formy. Поклонения. Różne uwielbienia. Разные дары. Różne dary. Но чтобы везде был тот же дух. Ale żeby wszędzie był ten jeden sam duch. I żeby bracia mieli żyli miejsce. I żeby wszyscy bracia i siostry żyli w jedności. Także modlimy się, żeby Giżycko. I także modlimy się, aby Giżycko. Ożył. Ożyło. I żeby здесь też nie było pijanic, bezrobotnych. Aby także tutaj nie było pijaków, bezrobotnych. Nie było rozwodów. Nie było rozwodów. Царство Божие распространилось, было бы везде, в каждом доме. Аби в каждом доме было Королевство Божие, пановало. И действительно, мы рядовые прихожане, мы, я и Гинтас, и другие братья, мы рядовые в церкви. Я и Гинтас, и иные членки костела, естественно, звыклыми людьми. И что происходит из-за этого, что-то мы. И то, что сидеет, то не деется, потому что это мы. А из-за того, что Дух Святой. Только Дух Святой. Только Дух Святой может людей привести к Иисусу. Только Дух Святой может припроводить людей до Иисуса.
И Дух Святой может исцелить кого-то. Дух Святой может кого-то поздравить. И, например, вот в тюрьмах и один человек начал посещать на собрания. Например, в вязни один человек начал ходить на собрания. И так никто не возлагал руки на него, по-моему. И так мне еще припомина, что никто на него рук не вкладывал. Оказывается, что у него был рак простаты. Оказывается, что он имел рака простаты. И через несколько собраний, пару недель. И по пару тигодня. Оказывается, исчез рак. Оказывается, что рак зникнул. Потом у одного AIDS был, у одного в Олимпусе. Позже другий имел AIDS. Никакого признака AIDS. И позже уже не имел жадных объявов AIDS. Другой рак желудка был. Инный имел еще рака желудка. Две недели никаких симптомов. Вот буквально две недели тому назад. И докладно два-три тигодни тому. Исчезли признаки рака. Жадных знаков рака. Другой там хронический бронхит был 13 лет. Инный имел хроничный бронхит 13 лет. Только я хотела сказать, что их вязения са не до порównania с нашими вязениями. Что по просто там, как я слушала, как они оповедали на Украине, какие са вязения, не знаю, как са на Литве, але там по просто... Что на Украине там было? Что? Много хуже тюрьмы на Украине, чем в Польше. Да? Не знаю, как у вас. Приезжайте к нам. Попросим на месяц скрывать. Так как слухаем, так как бы кидыш, как слухаем какие-то истории, например, как было на зесланиях, что попросту такие варунки, что люди всего там просили, чтобы им прислать цоколвек. Бо есть не мają, бо есть зимно, бо всего там попросту нелюдские варунки там са. И также многие христиане возвращаются к первой любви Иисуса. И также велу христиан вратся до первой милости до Иисуса. Очень важно. И то есть очень важно. Ну, чтобы мы теряем мотивацию, когда нет первой любви. Потому что мы тратим мотивацию и не имеем первой тогда милости. У нас молятся на банкетах и пятидесятнический пастор. У нас на банкете. Молятся вместе с братьями. На банкетах молятся. Зеленщинковый пастор за разом с людьми. И также католический священник. И также католический ксёнц. И, конечно, мы рядовые молимся за всех. И, очевидно, мы шереговые, все молимся за всех. Один пастор говорит, какое вы право имеете здесь делать такие вещи? Один пастор ему пыта, какие вы право маете чинить такие вещи? Да, мы говорим, вот видите, что рядовой человек, рядовой верующий может сделать через имя Иисуса. Oto widzisz, co może zwykły szeregowy człowiek może uczynić w imieniu Jezusa. Znaczy, co to ty nie działasz? To jest coś, czego ty nie czynisz. Jak больше ty, jak pastor, должен бы делать. O ile ty jako pastor powinieneś bardziej czynić. I on zaczął сейчас искать очень Божьего присутствия и начал искать. И он zaczął szukać Bożej obecności. Это сейчас хочу передать этот микрофон Гинтасу. Послушайте его историю. Przekażę mikrofon Gintasowi. Слушайте его историю. Иди с тобой. Всем привет из Литвы, от всех братьев. Для всех поздравления из Литвы, от всех братьев. И также от наших семей. И также от наших родин. Аминь. Похлопаем гимн. Здравствуйте. День добрый. Гинтас, мне 41 год. Назовем себя Гинтас, мам 41 лет. У меня трое ребят и одна дочь. Мам трех хлопцев и одну цурка. Я сейчас самый счастливый человек в мире. И сейчас я стал наисчастлившим человеком на свете. Потому что Иисус Христос в сердце моем. Потому что Иисус Христос есть в моем сердце. Я был в нормальной семье жил. Я живем в нормальном, выховываемся в нормальной родине. Но когда вырос, але когда дорослым, я хотел жить лучше всех и иметь все. Хотел жить лепее, ніж всі інші, и хотел иметь все, что найлепше. Когда служил в советской армии, и когда служил в радянской армии, вернулся и начал свой бизнес. Когда уже вернулся и открыл свой бизнес.
и захотелось иметь все, все, что, чтобы другие завидовали. И запрагнула иметь все, все, чтобы им не могли заздрочить. Я стал, был в одной из самых крупных международных организаций преступных. Я была в одной из największych międzynarodowych organizacji przestępczych. И там пробыл до 2002 года. И там была до 2002 года. Имел очень много денег. Miałem bardzo dużo pieniędzy. Много плохих ребят, друзей. Dużo niedobrych.